Приветствую вас. Помнит, конечно, если расставание было эмоционально окрашено как-то, то, конечно, ребята помнят. Это помнят все, кто для кого-то расставание, ну, было более-менее болезненным. Вот для кого более-менее болезненным, те помнят и помнят очень, я бы сказал, хорошо помнят. Вот. А другой вопрос, что вы, скорее всего, не опустили до конца своего, ну, вот, человека молодого, да, с которым вы расстались, я так понимаю. И собственно, именно поэтому, я думаю, вы до сих пор помните эту историю, связанную с ним. И именно поэтому вам хочется, чтобы он тоже как-то вот помнил, чтобы, ну, вы не чувствовали себя такой вот одинокой, как, например, сейчас вы себя ощущаете. Вот. Другой вопрос, что с этим нужно работать, то есть, ну, можно вам, в принципе, помочь освободиться от этой негативной истории, которая, ну, у вас сейчас может иметь место быть. Вот. Можно вам помочь от этого освободиться. Ну, то есть, опустить, грубо говоря, отпустить отношения, вот, отпустить человека. Вот, другой вопрос, хотите ли вы этого, вот, другой вопрос, нужно ли вам это, заинтересованы ли вы в этом, вот. Потому что, если заинтересованы, то вам можно помочь, а это не сложно, если вы заинтересованы в этом. А если же вы не заинтересованы в этом, вот, то есть, если вы, ну, если вы просто вот написали это, так скажем, да, значит, ну, с целью просто пожаловаться, например, то мне кажется, что в таком случае ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, то есть, вот, в том смысле, что никак дальше ситуация двигаться не будет, никак дальше ситуация не будет, ну, развиваться, вот. Так что подумайте сами, подумайте, чего вы хотите. Вот. И я думаю, что в зависимости от того, чего вы хотите, уже можно будет вам помочь, да, в зависимости от того, чего вы хотите, уже можно будет вам оказать помощь, вот. И, значит, ну, по освобождению от отношений этих, которые вас сейчас, собственно говоря, тяготят, вот. Я думаю, так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что
ситуация разрешится самым лучшим образом.